Популярный артист Тима Белорусских выпустил долгожданный альбом под названием «Моя кассета, твой первый диск Сторонав». В плейлист второго альбома исполнителя вошло 7 композиций. По словам Тимы, работа получилась живой и по-настоящему искренней, ведь это часть истории самого артиста. Второй студийный альбом, вторая часть моей истории, написал певец в группе ВКонтакте. Новый альбом Тимы получил положительный отклик среди пользователей сети. «Спасибо за такой классный альбом. Мурашки от таких песен», пишут под постами Тимы в Инстаграм. Тима Белорусских, популярный белорусский исполнитель, артист Kaufman Label. Его треки находятся в ротации у лучших телеканалов и радиостанций. Настоящую известность Тиме принес трек «Мокрая кросса», который за короткое время смог собрать миллионы просмотров и прослушиваний. В 2019 году артист выпустил свой дебютный альбом «Твой первый диск, моя кассета». Также недавно Тима Белорусских представил слушателям первую песню, записанную в дуэте под названием «Минуты вечера». Ссылка на альбом.